Привет, вы на канале Lucky Bros Taekwondo. Сегодня вы посмотрите на выступление моих знакомых тэквондистов в Березовой роще Новосибирска. Да, был недавно день государственного флага, и в этот день они выступили на сцене, показали разные тули, и один из них человек разбивал доски. Надеюсь, вам будет интересно, берите, заваривайте чайку, хоть ролик такой не супер длинный. Ну что же, давайте, приятного вам просмотра. На самом деле мы ждали того выступления 3 часа под мокрым снегом. Да, это было сложно, поставьте лайк, подпишитесь на канал, кто не подписан, посмотрите наши старые ролики. Ну, вы были на канале Lucky Bros Taekwondo. Всем удачи, всем спасибо за просмотр, всем пока!